бойцы, очень серьезные бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях, постоянных лагерях, в тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. Лечение, отдых и так далее, идет ротация, обычная для такой войны. И вот после Бахмута, Артемовска они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся. Что касается Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет. Это первый вопрос. Второй вопрос. Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, о котором меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают. Если ЧВК «Вагнер» появится в Беларуси, то все соседи, и в том числе ваше руководство Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица, и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК «Вагнер», прошедшие через многие бои, сражения, и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме. Что касается вообще размещения здесь этого подразделения, ничего особенного в этом не вижу. Вооруженные силы Беларуси – это очень боеспособное подразделение, не уступающее «Вагнеру». А опыт, который имеет «Вагнер» и командиры, я уже открыто об этом говорил, они с удовольствием передадут нашим вооруженным силам. Я имею в виду военный опыт, который они получили, тот, который нам необходим. Это тактика, это боевые действия, успокаиваться нам не приходится. Вы видите заявления разных там непосед Дуды и Володи Зеленского о том, что они в покое Беларусь не оставят. Естественно, я как главнокомандующий должен реагировать на подобные вещи. Поэтому мы справимся с этой проблемой, если вы считаете, что она проблема. Я не считаю, что она проблема. Ну а откуда вопрос этот появился? Вы знаете, что мне пришлось в свое время разговаривать с Евгением Пригожиным по определенным вопросам. Как вариант для того, чтобы не произошло боестолкновение Вагнера и регулярных российских войск, я предложил ему, что я готов, если на это будет решение Пригожина и командиров, не один он принимает решение, это я знаю точно, он очень считается с решением своих командиров, если вы захотите вывести свои подразделения в Беларусь, а не двигаться на Москву, я готов предоставить такие условия и гарантию, на которых настаивал ЧВК «Вагнер». Вот откуда появился этот вопрос. Не знаю, стоит ли меня за это осуждать или стоит ли в таком ключе обсуждать эту проблему. Я считаю, что я поступил тогда правильно. Надо было решить главную проблему, мы ее решили. Ну и коль я пообещал, я свои обещания готов выполнять. Ну, в данном случае это зависит не от меня. Это зависит от российских властей и самого ЧВК «Вагнер». То есть, будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве. В ближайшее время мы разберемся, мы прятать эту информацию не будем. Мы обязательно проинформируем о наших дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением. Это будет зависеть от того, какое решение примет российское руководство и ЧВК «Вагнер». Если они сочтут необходимым разместить определенное количество бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси для отдыха, подготовки и так далее, я свое обещание выполню. Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того,
они будут размещены под определенные условия. И если главное условие, если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны нашего государства, если они будут здесь, они будут задействованы мгновенно на любом направлении, и их опыт будет Беларусью востребован. Второе, о чем я сказал, мы все знания, которые они накопили на фронте, рассмотрим и будем готовы использовать для подготовки вооруженных сил Беларуси. Знаете, говорить о том, что-то может случиться, вот в России произошло, почему у нас не произойдет, ну, как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я так не думаю, что вот Вагнер где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает, но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми. И я уже об этом говорил, коль мы создали такое подразделение частное, соответствующее к ним должно быть отношение, внимательное отношение. Я для себя сделал этот вывод. Если они будут здесь, мы очень внимательно будем относиться к этим людям.